сегодня 15 сентября 2018 года. Я вышел встречать Виталия. Там, видимо, он, вот это участок. Это бывший лагерь, теперь музей. Как он пошел? Последний обед попросили пасти его. Овечки вперед. Не знает, куда идти. Отделяются овечки между коровами. Видишь, они могут буднуть. В прошлом раз буднуло и пропорола все там брюшину, и тут же докололи овечку. Корова агрессивная, рога такие. Овечка-то что, она еще слабенькая. Куда пошел? Куда пошел? А? Пошел бычара отдельно. Я пойду его верну. Видишь, какой? Куда за овечками потянулся? Ну-ка, вернись назад. Да что ж такое, а? Ты что, не наелся еще? Вот овечки-то наелись, а ты нет. Утроба не сытая. Ой, хорошая зеленая трава. Снится ему не рокот космодрома. Ну еще, а? Ну, ворос какой, ой, производитель, как дядь Щукарь говорил. Ну, давай, давай, видишь ты, мимо пошел. Так, все, Виталий, на этом, конец тебе, стаду. Закрывай. В последний раз в жизни закрываешь. Меня уже звонит он, Володя, чтобы я шел в баню. Ну, набегался, да сыто. Нормальный. На свежем воздухе. Это не тренажерный зал. Хорошо. Тренируется. Ну, конечно. Теперь там надо закрывать. Ну, слава тебе, Господи, что ты пришел живой, здоровый. А я ездил на первый-второй мостик и на шлюз. Машины-то идут, они там дорогу нашу вот совсем смели буквально. Песок. А там идет хорошо на первом мостике. Написано «Дно каменистое». Гости да приезжают. Да, наверное, к вечеру ближе там, к службе. Витина сестра приехала. Все, запирай. Видишь, как мы в прошлый раз здесь убрали-то? Они теперь как свободно себя чувствуют, овечки-то. Ну, да. А то ж зайти нельзя было. Один репей, всякая тут мура. Вон оно. Давай. Слава тебе, Господи, слава тебе. А плотнее зато колечко не проходит? Дальше не достает, да? А ну-ка попробуй. Нет, да, нет, следующее кольцо большое висит. Да смотри. Там же кольцо висит. Да оно и хорошо, и так, знаете. Видишь, у тебя все хорошо. Ягненок голову сунет, назад не вытащит. А когда плотно, он не подойдет. Да так хорошо. Сейчас попробую. Попробуй. Если она достанет, значит, в нее надо. А нет, значит, нет. Когда возможности нет, то ничего не сделаешь. Видно, не пролезет, да? Да не пролезет. Ну, раз пролезла, теперь сравни. Все. Получше. О, получше. Ты не привыкай делать тяп-ляп. Тяп-ляп известный бракодел, он всем на стройке надоел. Дела его идут не гладко, за неполадка не палатка. А штукатурка такова, что трудно подыскать слова. Ну, так. Вот они стоят, овечишки. Слава тебе, Господи.